من عشرين من На Кабебе в красном трико борется Ибрагим Саидов, Россия, в синем трико, Ислам Гаджиев, Россия. Ибрагим Саидов, мастер спорта международного класса, 12 лет занимается борьбой. На ковре С победу одержал Нурасулов Магомед Гаджи, Россия. Тренируется под руководством Иван Мурза Алиева. Ибрагим Саидов, обладатель Кубка мира, чемпион России. На ковре А победу одержал Али Гаджи Магомед Гаджи, Россия. Город Махачкала. В синем трико борется Ислам Гаджиев, ему 22 года, мастер спорта, 8 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Курбана Газиева. На чемпионате России 2011 года занял 7 место. На ковер С приглашаются Балдан Сыжипов, Россия, Гаджимурат Муртазалиев, Россия. На ковер А приглашаются Магомед Ибрагимов, Россия, Андрей Валиев, Россия. Вот эту YouTube. Или она перетопит? Только за отдельную плату. Одинаково. Ну, это вчерашний, да? Позавчера. А вчерашний нет? Это? На ковре С в красном трико Балдан Сыжипов, Россия, город Улан-Удэ, мастер спорта. Его соперник в синем трико Гаджимурат Муртазалиев, Россия, город Махачкала, мастер спорта, абсолютный чемпион России 2011 года. Вот сидят мужики с камерой. Так, руку. Володя.
Будешь в маршруте, я его понял. Он уже нашел тебя. Ну, уже выше нашел, нафиг, а ты не сидишь. Ну что, да? Ты мне позвонил, я тебя увидел. Кофейка пойдешь, позвонишь мне. Не, он послушал себе, да. Вообще сильно. 96:1 идет. Я не знаю, что это за...